Вельми вітання, шановні телеглядачі. Традиційно цій години з цієї студії виходить програма «Здоровий інтерес». Я ведуча Ольга Мудрова. Дуже рада вас вітати. Сьогодні в нашій студії лікар, який про тромби, про вени, про тромбоз знає все. І сьогодні буде відповідати на всі ваші запитання. Сьогодні в нашій студії судинний хірург, флеболог Андрій Рибоконь. Доброго дня, пане Андрій. Доброго дня. Темою сьогоднішньої зустрічі ми з вами обрали тромби, вени, все, що з цим пов'язано, і COVID-19. Як це захворювання впливає на тих, хто знаходиться сьогодні в зоні ризику? Ми звикли говорити про те, що більш уразлива категорія населення тих пацієнтів, які хворіють на серцево-судинні захворювання, на захворювання кровотворної системи, але ми нічого ще не розповідали саме про те, що ми заявили на початку нашої програми. І тому, будь ласка, якщо будуть виникати запитання у наших телеглядачів, можете телефонувати, номер телефону також з'явиться на ваших екранах, а після програми вже телефонуйте нашому гостю, який вийде з ефіру, щоб запитати все, що вас турбує. Ну і розпочинаємо нашу програму «Тромбози і коронавірус». Чи пов'язані ці захворювання, пане Андрій? Так. Да. Ну, скажем так, самая актуальная тема на сегодняшний день, и, конечно, это связано очень сильно, потому что самое, ну, все уже знают, что самое такое агрессивное побочное действие коронавирусной инфекции – это сгущение крови. И, соответственно, конечно, у кого есть проблемы со свертывающей системой крови, у кого есть склонность к этим проблемам, у кого есть сопутствующие проблемы сосудистого характера, то, конечно же, тромбообразование у них может возникнуть в большей степени. Вот. И иногда даже мы видим, что и у пациентов, ранее не наблюдавшихся у сосудистых хирургов или не имевших проблем с сосудистой системой, все равно возникают тромбозы или, скажем так, осторожность к тромбозам или склонность к тромбозам, так как все-таки, ну, и это наблюдается у более молодых пациентов, так как, например, да, у них может быть генетически предрасположенная склонность к варикозу, к атеросклерозу, то есть к сосудистым проблемам, но у них еще не наступили эти проблемы, то есть они там появятся у них там через лет 10, 15, 20. Можно сказать, что они про них еще не знают. Да, то есть они могут про них еще не знать, да, они могут не проявиться, не дать о себе знать, но уже эта проблема изначально есть, и коронавирус может быть как толчковой такой проблемой. И не только он, конечно, влияет на состояние крови, но и влияет непосредственно на сосуды, и вызывает их воспаление, и довольно таким, ну, нечастым, но встречается проблема, как возникновение васкулита вследствие коронавирусной инфекции. Это васкулит – это воспалительный процесс аутоиммунного характера в сосудистой стенке. То есть коронавирус запускает мощный аутоиммунный процесс. Угу. В первую очередь он запускает иммунный процесс, да, против организма, борется против коронавируса. И потом этот иммунный процесс не может остановиться, и он начинает бороться против своих же сосудов, и возникает так называемый васкулит. Это не очень такое приятное заболевание, которое длится долго, лечится постоянно и требует наблюдения. Один з перших аналізів, які пропонують мені лікарі, людям, які звертаються до них вже за порадою, і які десь собі вже думають, що вони, може, захворіли саме на коронавірус, порада – це здати кров, розгорнути аналіз крові, угу, де є два показника – це дедімер та це реактивний білок. Угу. Що це за показники і саме чому? Давайте зупинимось на цьому, бо багато хто здає, а угу, не дуже розуміє, для чого це. Да. Ну, общий анализ крови – это отдельный анализ, плюс сверху D-димер и C-реактивный белок нам дает полную информацию о воспалительном процессе в организме и реакция, скажем так, кровеносной системы и системы гемостаза на вот этот раздражитель в виде инфекции коронавирусной. И, конечно, повышение D-димера и C-реактивного белка, он, во-первых, говорит о воспалительном процессе мощном, да, аутоиммунном процессе мощном,
иммунном воспалении мощном, но когда дедимер очень сильно возрастает, то дедимер, в принципе, изначально это анализ, который показывает потенциально угрожаемое возникновение тромбов в организме. И, конечно, когда он зашкаливает, то риск возникновения их очень высокий. Это не говорит о том, что у всех подряд, у кого дедимер повышенный, то при коронавирусной инфекции возможно тромбообразование. Но все же, если он сильно зашкаливает, есть коронавирусная инфекция, то риск очень высокий, и, конечно же, нужно просто добавить препараты, которые улучшат состояние крови. То есть не стоит ждать, когда возникнут тромбы, и там смотреть на этот дедимер, он там растет или не растет. Вот, если он есть повышен, профилактически принимать кроверазжижающие таблетки, и тогда, скажем так, можно себя обезопасить от осложнений, потому что лучше предотвратить тромбообразование, чем лечить его, потому что лечение, оно длительное, минимум 3 месяца-6 месяцев. Это если про венозные тромбы мы говорим, а если артериальные тромбы, то они требуют, во-первых, и оперативного лечения. Вот, а иногда и оперативное лечение может не помочь, и все очень может закончиться нехорошо, и, скажем так, с сильной инвалидизацией пациента и дальнейшими проблемами, которые будут оставаться надолго. Але хочеться дати пораду нашим телеглядачам, щоб самі ці препарати ви самі собі не призначали, за порадою лікаря, в якому обсязі саме які пігулки або не пігулки, і інші медикаментозні засоби, які вам при ваших супутніх захворюваннях вони можна приймати або не можна приймати. Так, пане лікарю, це тільки до лікаря, і все ж таки. Хто в групі ризику і як вчасно можна виявити тромбоз? Розкажіть нам, будь ласка, ми на цьому зупиняємось щоразу, але цього не вистачає. Да. Групи ризику, звісно, пацієнти возрастні, у них в будь-якому випадку, звісно, сосудиста система страждає з возрастом. Да? Сосуди серця, сосуди голови, ног, формується і атеросклероз, і варикозна болезнь, і пацієнти з сахарним діабетом. Тобто це така группа риска пациентов, которые, конечно, они, в принципе, должны знать о своих проблемах, они постоянно принимают и те же кроверазжижающие препараты, минимальные, которые плановое лечение, обычное, да, но вот такой, у этой группы риска пациентов, это уже с высоким риском, то им нужно переходить на более мощные препараты, которые разжижают кровь, и принимать их довольно длительно, потому что постэффект после коронавируса, он может длиться от 2 до 3 месяцев, и это не означает, что вот через неделю выздоровели, там через 2 все хорошо и нужно уже все прекратить. К сожалению, так не получается, потому что постэффект он остается довольно длительное время. Вот. Ну, а если говорить про молодых пациентов, то, конечно, варикозная болезнь, особенно она бывает у молодых, врожденная или наследственная, то она возникает из 20, из 19 лет, из 15. То расширенные вены – это потенциальная угроза для тромбообразования, а при коронавирусной – сгущение еще больше. Вот, поэтому молодые с варикозом – это группа риска. Молодые с какими-то системными заболеваниями, вот, тоже обязательно нужно добавлять кроверазжижающие и контролировать этот процесс. Вот. Ну и, конечно же, пациенты с вредными привычками, которые часто не обращают внимания на свои проблемы, и даже там, несмотря на предупреждение врачей, продолжают курить, и особенно курение влияет на сосуды, и курение плюс уже сформировавшиеся проблемы с сосудами и плюс коронавирусная инфекция – это вообще убойная сила, и там может все происходить быстро. Запуск механизма в 2-3 раза сильнее, да, чем мог бы быть. Да, то есть там все очень может быстро, и если есть проблемы с кровоснабжением по артериям у курящих пациентов, то их, в принципе, давно уже нужно было прекратить курение и идти на правильный путь жизни. Но если они не бросили, то, конечно же, то место, где артерия сужена бляшкой атеросклеротической, она может на фоне коронавирусной инфекции полностью затромбироваться, и мы получим или гангрену, или инфаркт, или инсульт. Вот, поэтому это тоже все очень важно. Если есть сужение какое-то, если пациент знает, что у него есть атеросклероз и там есть сужение сосудов, то оно же долго может не проработать, и нужно поддерживать это состояние. Чтобы поддерживать, нужно принимать кроверазжижающие во время коронавируса более мощные. Вот и все.
і, звісно, наблюдатися у сосудистого доктора. До яких наслідків може призвести тромбоз? Давайте також нагадаємо, ви трохи торкнулися зараз, що це може бути, але розкажіть ще для тих, хто, ну, може, не з першого разу почув, скажімо так. Ну, да. Осложнение масса, к сожалению, потому что, ну, варикозная болезнь, она изначально несет в себе потенциальную угрозу для тромбообразования, а когда вены сильно расширены, то тромб тоже формируется большой. И такой большой тромб, он может улететь, и он отрывается, летит в правые отделы сердца, потом в легкие, закупоривает легочную артерию, и там летальность до 60-70%, то есть она очень высокая. Вот, то есть, ну, в данный момент, в данной ситуации мы говорим о жизнеугрожающих ситуациях. Вот, поэтому пациенты с варикозом, они в принципе и без коронавирусной инфекции имеют такой риск, а с коронавирусной так тем более. Вот, пациенты с атеросклерозом, это риск, если там сосуды сердца или головы, то это инсульт, инфаркт, и это, конечно, инвалидизация. При своевременном оказании медицинской помощи это все равно инвалидизация, это длительное восстановление, длительная реабилитация. Если сосуды ног, то, конечно же, при своевременном оказании помощи, то есть еще надежда на спасение конечностей. Ну а если поздно пациенты обращаются, то или там длительно они все-таки болеют, они знают об этой проблеме, они курят, длительно болеют, и уже давно было показание для операции, тут коронавирусная инфекция, затромбировалась, все. Ну, то есть оно заполняет тромбами все те места, где были еще живые до этого, и уже, скажем так, даже иногда хирургически сложно что-то сделать. И, ну, есть такое понятие, когда тромбируется не только основная артерия, и мелкие капилляры, микроциркуляторное русло, и тогда уже сделать ничего невозможно. Мы основную артерию можем почистить, а мелкие мы не можем. Это как забитый фильтр, забитая вата, бумага, да, в фильтре. Или цементный раствор, да, бетонный, да, то есть, который... К тому, я в том плане, что крупная артерия, это как грубый фильтр, мы его можем почистить, можем пробить. А до маленьких уже никак не добраться. Мелкие нужно поменять, вот поменять, ну, скажем, невозможно. Дуже часто сьогодні можна зустріти в інтернет-мережі такі висловлювання, що з коронавірусом збільшилась, на жаль, кількість ампутацій нижніх кінцівок, саме про те, про що ви говорили. Чи стикнулися ви з такою проблемою за цей рік? Да, то есть вот у нас була конференція недавно в Києві, онлайн-конференція. Это всеукраинская и даже, можно говорить, всемирная конференция, что там было с европейским участием, много спикеров было, и, конечно же, были темы, затрагивали состояние сосудистых проблем на фоне коронавирусной инфекции и о том, что нужно всегда учитывать это дело в анамнезе, в это заболевание, если пациент обращается с коронавирусом, с проблемами по артериям, то нужно учитывать, была ли коронавирусная инфекция в анамнезе или нет. И, конечно же, все по Украине отмечают, что очень резко происходит событие с атеросклерозом на фоне коронавирусной инфекции. И, конечно же, да, действительно возросли проблемы, возросли острые состояния, потому что, во-первых, конечно, из-за пандемии и мер предосторожности не все обращаются, не все получают ежегодную или там каждую полугодичную помощь сосудистого хирурга. Некоторые не могут, у некоторых там закрыты поликлиники, больницы и тому подобное. Они еще и засиживаются с проблемами в хроническую стадию, переводят и в более острую, а на фоне коронавирусной это еще и ухудшается. Поэтому вся эта ситуация, конечно, усугубила и показатели, и, конечно же, ампутации, конечно, выросло больше, и острых состояний, сложных состояний стало больше. То есть, если раньше там был атеросклероз, и он поддавался, скажем так, стандартным методам лечения, без усиления, по стандартным, скажем так, кроверазжижающим схемам, то сейчас, конечно, непредсказуемо происходит это состояние. Чи можно сказать, что изменились протоколы лечения таких хворых? Ну нет, пока протоколы не изменились, они пока стандартные, но приходится добавлять
подключать другие препараты. И опять же, исходя из анамнеза пациента, да, была ли коронавирусная или не была инфекция. И тогда мы добавляем более мощные препараты, по-другому ведем или да, там проводим какую-то предоперационную, более длительную подготовку. И опция хемодикаментозная також, він вже збільшується. Да, і нахождення в стаціонарі може бути більш удлиненне для того, щоб немножко підтримати состояние, отконтролировать это. Вот. Или сразу переходим на более мощные препараты. Ну, то есть уже подстраиваемся и пытаемся помочь пациентам. Да. А що робити все ж таки тим пацієнтам, хто вже перехворів на COVID-19, щоб не було тромбів у майбутньому, або як себе передстерегти? Ну, опять же, да, особенно у пациентов с атеросклерозом нужно, во-первых, ориентироваться на D-димер и насколько он был повышен. В любом случае нужно менять кроворазжижающие таблетки на более мощные. Просто от того, какая степень проблем с сосудами, насколько выражены атеросклеротические бляшки, насколько был повышен D-димер, насколько спустя там время этот D-димер остается повышен, или общей крови, там, тромбоциты и тому подобное. От этого зависит, как долго принимать более мощные кроворазжижающие препараты. То есть их нужно принимать в любом случае. То есть изменить стандартные схемы приема нужно обязательно. Либо к стандартной схеме добавлять еще один. Ну, то есть уже на консультации сосудистого хирурга или там, конечно, семейные врачи, они тоже постепенно начинают ориентироваться и добавляет более мощную терапию. Вот. Но все же от степени проблемы нужно понимать, как долго нужно принимать пациенту эти препараты. Потому что может быть и отсроченное ухудшение состояния, может быть так, что обследовали сосуды там давно, а была коронавирусная инфекция, было не до того, проводили лечение, там, да, тяжелый пациент, и не проводили давно диагностику сосуда, может быть, там уже намного более сложная проблема. И, конечно же, важно выполнить диагностику и понимать, на какой стадии сосудистая проблема, и тогда будет понятно, как долго, какую степень, какие, насколько мощные препараты. Вот. Потому что есть пациенты, которые не знают о проблемах с сердцем, и особенно с проблемами с сердцем, когда нарушение ритма сердца, то там надо более мощные препараты вообще в принципе принимать. Вот на фоне коронавируса эти проблемы находятся. Например, да, пациенты не обращались никогда в стационар, а тут они обратились, нашлись проблемы с сердцем, тогда надо еще более мощные препараты, потому что нарушение ритма сердца – это потенциальная угроза формирования тромбов еще более, чем у обычного пациента. Вот, плюс коронавирусная инфекция – это очень такое острое состояние, и нужно усиливать в разы лечение. Давайте поговорим зараз еще на одну тему. Мы уже торкалися її неодноразово. Это все ж таки діагностика, як вона відбувається. Давайте нагадаємо нашим глядачам. Все ж таки локдаун – це така справа. Він сьогодні є, завтра немає. І треба все ж таки лікування продовжувати. Ну, так, і знайти для себе час в цей час. Ну, треба якомога швидше, скажімо так, щоб не запустити саме цей механізм і проблему. Розкажіть нам, як відбувається, яка діагностика, що вона собою уявляє? Да. Ну, діагностика сосудистої системи, вона не сложна, якщо ми говоримо о, скажімо так, основних сосудах, наприклад, сосуди шеї, сосуди ног і сосуди серця. Сосуди шеї і ног можна виконати діагностику на УЗІ-исследовании, УЗІ-доплер. Вот, он покажет состояние кровотока, состояние стенки, наличие бляшек, наличие варикоза. Этого абсолютно достаточно для выявления каких-то серьезных проблем. Уже дальше мы должны уточнить, то там мы направляем пациента далее на компьютерную томографию с контрастным усилением. Это уже более... Но если это треба робити, да, так? Если это нужно, это более узкая диагностика, если нужно что-то уточнить, запланировать операцию там или понять, что там делается более точно. Но в целом для выявления острых состояний достаточно абсолютно УЗИ Доплера, и он показывает четко, где есть проблема. Что касается сосудами сердца, то там, конечно, сложнее, там УЗИ не сделаешь, там нужно делать коронарографию. Это исследование, когда непосредственно в сосуды сердца вводят контраст, и мы видим, есть там бляшки или нет.
Вот. Но такое исследование, конечно, ну, всем подряд не, ну, не сделаешь, потому что оно инвазивное, нужно выполнять это иногда в операционной даже. И сердце, ну, конечно... показниками також, да? Да, то есть там можно выполнять тредмил-тест, выполняется тредмил-тест с нагрузочной кардиограммой, то есть выполняется электрокардиографическое мониторирование, и пациенту дается нагрузка, и уже смотрится по изменениям кардиограммы, есть ли проблемы с сердцем, и уже после этого пациента или направляется на коронарографию, или... там назначається лечение, если там нет особенных проблем. З перших досліджень, які вже були да, виконані. Поэтому... Так. І що касається сосудів голови, то кроме доплера, конечно же, УЗІ доплера, є ще КТ-ангіографія, КТ з контрастом на виявлення грубих проблем, аневризм каких-то в голові, нарушення кровотока по внутрімозговим сосудам. Вот, это уже тоже более целенаправленное исследование и, конечно, более точное, что касается сосудов головы, потому что сосуды шеи на доплере там очень четко видно и сразу понятно, есть проблема или нет. Сосуды головы уже более сложнее, да, мы там можем ориентироваться только по скорости кровотока, но визуально нам сложно их увидеть. А КТ-ангиография сосудов головы, она показывает, дает реальную фотографию, что там происходит, и поэтому, если есть выраженные боли какие-то пульсирующие, если есть какой-то анамнез в родственный, вот, если есть какие-то другие проблемы сосудистого характера, да, то есть сосуды головы, они долгое время могут не давать о себе знать, и это довольно сложно понять, нужно пациенту КТ-ангиографию головы или не нужно. Сидячая работа подходит? Ну, работа тоже, да, но часто это генетическая предрасположенность, вот, потому что нарушение эластичных свойств артерии, оно вызывает их деформацию, возникновение аневризм, перегибов и тому подобное. И поэтому вот на УЗИ доплер сосудов шеи, если есть такая склонность пациентов, да, дисплазия называется, дисплазия сосудов, там можно выявить, да, такой перегиб или S-образный, или в виде кольца формирования этих сосудов, то, конечно, можно подозревать, что и в голове тоже такое есть, и поэтому таким точно нужно сделать КТ-ангиографию. Пане лікарю, скажіть, будь ласка, закінчується наша програма, 2 хвилини для спілкування. Що ви зможете порадити нашим телеглядачам, тим, хто вже, на жаль, перехворів коронавірусну інфекцію, вона вже є у них в їх лікарняній книжці, вона вже нікуди не дінеться. Через який час? Чи треба звернутися потім до судинного хірурга? І якщо треба, то через який час це робити? І як підготуватися? Якщо була коронавірусна інфекція і з'явилися симптоми, болі в ногах, тяжесть, одышка, виражена слабость, яка не уходить, то має смисл обратитися і возможно, все-таки продлить лечение, скорректировать его. Если особенных симптомов нет, то, конечно, ну, нет необходимости обращаться. Если нет никаких сопутствующих проблем, вот, то, конечно же, всем подряд здоровым пациентам нет необходимости обращаться к сосудистым хирургам для назначения или коррекции терапии. Вот, то есть вот в таком плане нужно прислушиваться к своим ощущениям, к своим симптомам, которые организм дает, и при их наличии, конечно, лучше обратиться. Там появление пятен на коже, тоже, может быть, это васкулит, тоже нужно корректировать лечение. То есть разные могут быть симптомы. Вот. А те пациенты, которые заболели коронавирусной инфекцией, должны помнить, что кроверазжижающее лечение, даже если это легкая форма коронавирусной инфекции, стоит принимать. Может быть, в минимальной дозировке, но это нужно, это важно. Это так же самое важно, как витамин С и там, цинк. И цинк, и витамин D, и остальные таблетки, которые считают нужным назначить семейный врач. Но кроверазжижающая терапия, она должна быть, к сожалению. И, конечно, там больше употреблять жидкости, потому что это разбавление крови жидкостью самостоятельно. Ну, овощи, фрукты – это стандартная рекомендация, да. Поэтому так. Дякуємо вам. Зараз ви працюєте, приймаєте пацієнтів. Така ситуація в місті, але лікарні працюють. Ну, працюємо, да, но жорсткий, строгий режим, все чітко по записі. Можна зателефонувати та зробіть запис до вас на прийом. Дуже дякуємо вам.
вам, пане Андрію, за те, що сьогодні завітали. Шановні, я нагадаю, що ви можете зателефонувати нашому гостю за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. А наша програма, на жаль, вже сьогодні добігла свого кінця. Будемо здорові та будемо прислухатися до порад. Побачимось.